العبد الله ورسوله إنه ما يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصهما فلا يضر إلا نفسه. По поводу Рамазана, учитывайте то, что у нас две недели. Следующую неделю некоторые вещи вам процитирую. Даже сам себя анализирую. Вот сейчас начнем с Рамазана. Да. Вы сами себя спросите, да, у вас в душе страх или что? Ну, вслух не надо ничего говорить. Потому что как бы очень часто вообще в мире, в информационном мире, среди людей и мусульман, в том числе тех, которые не практикуют соблюдение поста, у них такое как бы, ну, там, строгое лишение всего, там, не пить, не есть, там, умереть чуть ли не можно, там, еще что-то, там, у меня такое заболевание, у меня сякое заболевание. Даже недавно как раз один человек общался, вот в России есть, в Татарстане, несколько моих знакомых туда ездили, там лечат голоданием. То есть пьешь только воду, и, по-моему, что-то финик, что ли, тебе дают один там в день, или что-то в этом роде. И самый критический момент, то есть, по сути дела, человек пьет только воду, там, по-моему, 10 дней, 20 дней есть, 30 дней. С разных точек мира люди приезжают, платят деньги за то, чтобы жить в сельских условиях и пить воду. И причем больше ничего не едят. Мы-то мусульмане, там, на пост. Утром там покушаешь того, другого, третьего. Вечером, только вечером, это я поддельно скажу, не наедайтесь вечером, да. То есть кушаем-то, альхамдулилля. Это просто сатанинский страх, что умру там с голода, еще что-то быстрее. Это родители, когда я все время в школе учился, там, говорят, вот обязательно там побольше покушать. Человеческий организм такая штука, что люди, я говорю, голоданием лечатся, раз, воду пьют. И интересно, что на третий день, когда вы ничего не едите, кроме там одного финика или один инжир вам дают, что-то такое, один сухофрукт какой-то, да, на целый день. Вы три дня пьете только воду, причем не самую чистую, воду. На третий день в организме включается механизм, который начинает уничтожать все плохое в нас. Тут какие-то там тромбы, не тромбы, там какие-то жировые бляшки внутри сосудов, еще что-то, какие-то нехорошие вещи. То есть все-все-все, организм начинает все плохое постепенно съедать. На третий день отсутствие еды вообще. Поэтому вот я даже хотел, сейчас в поездке был, у меня даже один ролик хотел записать, так и не удалось. У меня прям в голове крутилось. Месяц поста – это, если правильно питаться, да, правильно выстроить намерение, это настолько оздоравливающий. Причем деньги платить не надо, бесплатно. Соблюдай пост, это тебя настолько оздоравливает. Поэтому рекомендуется и мусульманам, и не мусульманам. Если удастся, такой ролик обязательно запишем. Я вот искренне, не мусульманам в том числе рекомендую, намерение сделать как поклонение Богу, как оздоровительный процесс. Через месяц это будут другие люди. Они скажут, вот мусульмане, не зря они там 14 веков постятся. Да? Оказывается, там и у христиан это есть такой, и у иудеев. А мы об этом даже не знали. То есть это будет, ну реально, если человек сможет, не мусульманин, месяц нормально, правильно пропаститься, главное, чтобы с неправильными мусульманами не общался, которые скажут там, беш бармак, там, джижгалныш, там и так далее, побольше ешь, брат. Да нет, нет, зачем? Не надо. Ну, я сейчас как раз ездил, то есть порой наши мусульмане, там смотришь, ну, думают, что тебе лет 20 там с небольшим, и такие серьезные 30-летние дядечки такие, то есть тут по несколько килограмм висит, все, в плавках купаются, идут купаться. То есть все там, ну реально все висит, живот висит, бока висят. Всего-то 30 лет. 30 лет. Поэтому вот этот пост, это, конечно, просто, ну, божественная благодать. И с этой точки зрения у нас, да, этой божественной благодати с вами осталось всего 2 недели. И это подарок. В нашей жизни, в нашем году это подарок. Как бы зона дискомфорта непривычна. Ну да, непривычна. Но вот это переключение, оно отдает огромный эффект. И с точки зрения поклонения Всевышнему, айбада, и с точки зрения оздоровления души и тела.